Всем хай, с вами Соня Скай. Конечно же, сегодня уже не 31 декабря, но все равно я поздравлю вас с Новым годом. Хочу вам пожелать счастья, здоровья, много-много друзей и, конечно же, успехов в учебе. Но сейчас, как вы уже догадались, я буду показывать вам подарки, которые мне подарили. Что ж, начнем. Первый подарок – это вот такой кулон из аксессуарайса. Сам кулон со стразиками и с... светло-золотым камушком в середине. Ну и, конечно же, у кулона есть золотая цепь. Второй подарок, который мне подарили, это вот такая сумка из аксессуарайса. Ребят, эта сумка очень нестандартная. Но при этом она мне все равно очень нравится. Сама сумка имитирует ракету, собственно, что и прикольно. И сама сумка при этом очень вместительная. Ну а открыть ее можно с помощью вот такого легкого движения. Ну и, конечно же, здесь присутствуют звездочки. Третий мой подарок – это тоже сумка, но только уже не из аксессуарайса. Сама сумка выглядит как лаковая, что очень даже прикольно. И она опять же таки через плечо. Сумку можно открыть с помощью такого легкого движения. Сама сумка внутри тоже очень вместительная, так что вы без проблем сможете туда положить много вещей. Четвертый мой подарок – это две резинки. Одна из которых сейчас у меня на волосах, и вторая из которых сейчас у меня в руке. Но пока я пишу только вот эту резинку. Сама резинка светлая, у которой есть вот такое сердечко с бантиком, вот. И вот таких два золотых шарика. Все вместе это смотрится очень мило. И последний мой подарок, ребята, он при этом очень нестандартный для меня, но при этом он мне очень сильно нравится. Это вот эти два милейших пэта. К этому пэту прилагалась вот такая вот маленькая собачка и, собственно, аксессуары. Вот, вот такой вот и вот этот. А еще к ней прилагался фиолетовый ошейник. Но, к сожалению, я сейчас вам показать его не могу, потому что я одела его на другого пэтшопа. Ну, а второй пэтшоп очень милый. Посмотрите, какая у него милая мордочка. И глазки тоже. Они оба милые. Ну, а это было все на сегодня. Ну, а я еще раз хочу вас поздравить с Новым годом. Пожелать удачи, успехов в Новом году. Ну, а с вами была Соня Скай. Bye!